Продадим ранчо и начнем все сначала. Это ранчо принадлежит моей семье 60 лет. По ту сторону этого леса ваше ранчо. И там я построю рестораны, казино, кинотеатры. Один из ваших коней поранился? У него крыло сломано. Лошадей крыльев не бывает. А у него есть. Ты Пегас? Ты что-то прячешь. Джонатан! Что с ее крылом? Это будет наша тайна. Если кто-то узнает, они могут продать его в цирк или еще хуже. Надо вернуть ее домой. Эй! Эй, вы! Это частная собственность. Убирайтесь с моей земли. Что вы прячете? Мы ее спасем. Вот договор. Подпишите, и я вернусь за ним. Смотрите. Это Пегас.